Итак, пришло время вот этого пазла на 1000 деталей. Долгое время противился, не хотел его собирать. Но когда-то надо начинать. А неохота было его собирать, потому что вот это подсолнухное поле и небо — это две такие сложные части, которые, не знаю, хуже только сплошной какой-нибудь фон одного цвета. Ну что ж, надо начать и закончить с этим. Такие вот детальки большого размера. Это радует. Мусора тут нету, чуть-чуть есть вот бумажный мусор, тут совсем чуть-чуть есть. Это ничего страшного. Есть соединенные детали уже. АСМР сделаем. Сейчас буду перебирать окантовку в одну сторону, небо в другую, вот это желтое солнце в третью коробочку, вот эту границу в четвертую коробочку сложу и подсолнухи в пятую. Вот так вот сейчас переберу, потом включимся. Ну вот, все собрал, шучу, перебрал все, есть окантовочка, сейчас будем ее собирать. А здесь вот этот переходик собирал, откладывал. Здесь у нас вот это подсолнухное поле. Здесь эту часть старался собирать, а здесь небо, а тут соединенные. Все, погнали, окантовочка. Собрал окантовочку, и тут возникло непредвиденное что-то. Две одинаковые детали. Две абсолютно одинаковые детали попались в пазле. А вот этого элемента не хватает. И этот сюда не подходит совершенно. Поэтому что-то странное происходит. Не знаю, что будет дальше. Дальше будет собирать вот эту полосочку. Поехали. Ну вот, столько собрал за вечер. 10 лет пазл собираю. Первый раз так попался. Вот нашел я недостающую детальку. Вот, получается, у меня вся окантовка собрана. И есть такой вот элемент, который точно-точно совпадает вот с этим. То есть две одинаковые детали. То есть это лишняя деталь, лишний элемент попался в пазле. Как он сюда попался вообще, как он здесь оказался, непонятно, неизвестно.
Это загадка. Как вы думаете, напишите в комментариях, как оказалась здесь эта деталь. И получается здесь не тысяча, а тысяча и одна деталь уже в пазле. Если тут всех остальных, конечно, хватает. Но сейчас собираю вот эти вот подсолнухи. Не знаю, как я их буду собирать. Пока переверну сейчас там, посмотрим. В общем, перевернул детали. И пока переворачивал. Небольшой лайфхак такой нашел для себя. Сразу откладывал такие желтые. Это у нас вот это вот скопление вдалеке. Они полностью желтые. Я их сразу отложил. Сейчас я их легко вот эту строчку сделаю. А второе, пока переворачивал, заметил, что вот здесь нижний ряд. Тут детализация изображения чуть-чуть расплывчатая. И детали здесь большие. Я сразу их откладывал сюда вот. Большие детали с такими расплывчатым рисунком. То есть вот если сравнить, здесь четко, вот здесь чуть-чуть расплывчатый рисунок. То есть этот ряд я тоже сейчас сделаю. Вот я их отложил уже. Их только сопоставить. Вот как вот эту часть собирать, я пока не знаю. Но вот сюда вот откладывал такие вот большие подсолнухи. А сейчас соберу эту, потом эту. А там уже будем думать, что здесь можно придумать. Пока не знаю, как собирать это все. Это какой-то ужас, но решаемо. Ну вот, продолжаю сборку. Столько собрал сейчас. Вот это собралось легко. Вот с этим пришлось помучиться. Какие детали откладывал, вот их ставил. Остальные вот здесь лежат. Теперь следующий этап, что делать? Больше не могу найти. Сейчас буду раскладывать эти детали по разным группам. Сейчас разложу, покажу. Ну вот, разложил детали. Эти четыре ряда у меня идут с двумя ушами в разные стороны, которые смотрят. Вот этот рядочек с тремя ушами идет. Вот этот с двумя, которые вниз и в бок смотрят. А этот ряд у меня с одним ушком. И теперь смотрим. Вот здесь должна быть деталь, у которых два уха в разные стороны. То есть Т4 ряда мне уже смотреть не нужно. Вот эти детали отпадают. А мне нужно посмотреть вот этот ряд. Вот так подставить каждую. Или вот отсюда снять. И вот эту сторону прикладывать. Вот так вот каждый. То есть мне уже надо просмотреть вот этот ряд. И, наверное, вот этот. Вот так могут вставляться, да? То есть эти два ряда. И здесь я найду вот эту деталь. Ну вот, столько собрал. Идет туговато, конечно, но потихоньку пазл собирается. Самое главное это не откладывать, а каждый день искать хотя бы по 10 деталек и вставлять их, чтобы дело продвигалось у нас. Вот так, продолжаем сборку. Ну вот, сколько собрал уже. Думаю, сегодня с подсолнухами закончу уже. Такие вот они сложные. Я прям вот такая вот детальку. Вот так, например. И вот эту сторону. Вот так каждый прикладываю. Смотрю, какая подойдет, то втыкаю.
пришла. И вот так каждый прислоняю. Потом снизу так вот. И так далее. Пока не подойдет. Не нахожу, беру другую какую-нибудь. И так далее. Ну вот, подсолнухи собраны. И тут второй сюрприз. Вот. Повторная деталька попалась. Одна. И вот вторая. Не знаю, как они тут оказались. В другом таком же пазле. Значит, не хватает двух деталей. Но что поделать? Ничего не сделаешь. Получается, у меня 1002 детали здесь, а не 1000. Если, конечно, здесь все будут на месте. Все, завтра буду собирать небо. Ну вот уже собираю верхнюю часть. Желтый уже собрал. Осталось белые и голубые. Собирается очень просто. Не то, что эти подсолнухи. Ну вот, пособирал еще немножко. Сегодня, думаю, закончу. Ну вот, практически все. Ура, собрал. Как вам подсолнухи? Пишите комментарии.